Здравствуйте, друзья! Сегодня понедельник, 23 февраля. И меня тут, надо сказать, с днем, как это сейчас называется, защитника Отечества поздравляют. Я-то вырос, это называлось День Советской Армии. Ну, не суть. Значит, я даже не знаю, как к этому относиться. Я в армии никогда не служил. Хотя, в принципе, я закончил институт связи, там я был лейтенантом, потом каким-то старшим, что-то мне так заочно присвоили. Вот, не знаю. В общем, я себя военным человеком не ощущаю, а защитником Отечества ощущаю, ну, таким гражданским. Значит, что теперь? Понедельник. Понедельник у нас сегодня вечером в 7 часов начинается группа новая, вечерняя, и формат вечерних групп мы изменили. У нас раньше они занимались так по рваному такому ритму, и поэтому группы эти назывались Flex, там было Flexible расписание. Сначала раз в неделю, потом два в неделю, потом три в неделю, так это все тянулось. Но сейчас мы добавили часов, и, в общем, все это будет происходить три раза в неделю. Значит, понедельник, среда и пятница. Вот такие, значит, три дня в неделю. И будем в таком темпе двигаться по 4 часа вечерком. А каждая группа, которая у нас в школе начинается, я веду первый урок, и я веду последний. На первом я объясняю там, как и что. А на последнем, значит, мы уже говорим про поиск работы. И я хочу сказать, что буквально дня, не помню, в четверг, что ли? Да, в четверг на той неделе изменился рекрутерский интерфейс Dice. За пару недель, ну, может быть, за месяц до этого изменился интерфейс для тех, кто ищет работу. И там возникла какая-то такая, знаете, диспропорция. То есть люди вводят одно, рекрутер видит другое. А сейчас они все это привели в соответствие. Изменился принцип, по которому профайл, заполненный, выходит наверх. То есть у них критерии изменились. И я тут чесал репу часа полтора-два, пока понял, как это все происходит. И как бы мы во всеоружии с этим делом. Так что наши уроки по поиску работы будут еще более увлекательными. Вот, теперь что сказать? Значит, а завтра у нас начинается онлайновый класс. Видите, как получается? И тоже вечером. Ну, то если сейчас у меня с 7 до 11, то завтра это будет с 6 до 7. Там всего один час. И онлайновый класс я веду поначалу один, пока речь идет о тестировании. Но там тестирование — это 20 часов из 40. А следующие 20 часов, они распараллелены, в общем-то. Это проект. Там тестируется какое-нибудь мобильное приложение. И этот проект объединен. То есть один человек ведет и проект, 10 занятий, и саму по себе теорию тестирования мобильных приложений. Все это завязано так вот и разбирается на примере этого проекта. Проект настоящий, живой. То есть женщина, которая его ведет, она менеджер в компании, где, значит, она это тестирует. Она менеджер по тестированию. Поэтому так все очень живенько приближено к реальной жизни. Проекты мы довольно часто меняем. Все записано. Значит, они могут, если хотят больше проектов для резюме, они могут в записи посмотреть там с предыдущими группами. У нас сейчас проектов, наверное, штук 6 или 7 записано. Много. И мобильные, и веб-приложения там разные. В общем, я так в приподнятом настроении. Первые три урока мы ведем, они как бы пробные. Я не вижу этих людей, они далеко находятся. Я не знаю, как у них пойдет. Бывает, человек хочет, но у него не получается по времени. Бывает, у него не получается, он просто понять не может предмет. Вот, поэтому первые три занятия пристрелочные. И дальше они должны определиться. Вот если они хотят продолжить, то, соответственно, должны сказать, и мы их тогда оприходуем. То есть денежку возьмем, контракт подпишем, там как положено все. Вот, и я сейчас должен машину сдать на... Мама родная, тут что-то перекрыто все. Я должен сдать машину на... Я, наверное, отсюда заеду. Масло поменять. И заодно жидкость для протирки стекла.
Так что вот у нас такие интересные события намечаются. Вот буквально сегодня и завтра. Я на самом деле снимал вот с этой площадки. Тут венгер, симпатичный дядька. Я люблю у него машину обслуживать. Вот у нас есть такой более подробный сюжет из этого заведения. Все, тогда я пока с вами прощаюсь и иду договариваться о сервисе.